и безумно поверила в свой результат и поверила в результат других людей. И я поняла, что если, чтобы расти дальше, развиваться, мне нужно, да, помогать другим людям работать и развиваться, помогать другим людям выходить на доходы. И вот это вот главная наша с вами цель. И вот напишите в чате, пока еще я не вижу чат, какая ваша цель в компании? Пока еще не вижу, и буду я его видеть или не буду. А, вижу. Какая ваша цель в компании? Просто пишите, задумайтесь об этом немножечко глобальнее, потому что если, ну я продолжу просто дальше, да, наша с вами цель, чтобы расти, развиваться, это зарабатывающие люди в команде. Помогая зарабатывать другие, зарабатываете вы сами. Чем больше людей в вашей команде зарабатывает, тем больше, чем выше будете вы по карьерной лестнице развиваться, и тем больше будет ваш доход, и тем больше будет у вас благополучие. И для того, чтобы вот это вот моя команда, и это маленькая часть команды, наша команда по всей Украине, пока мы развиваемся только в Украине, еще в других странах нет, но я хочу сказать, что вот это вот и самая главная мотивация, чтобы чем больше людей зарабатывало вместе с нами, потому что я хочу сказать, что не все умеют разобраться в этих возможностях, и наша с вами задача именно такая. И вот сегодня у нас с вами будет тема, вот как работать с приложением, как работать, немножечко расскажу, с сайтом, какие я использую, именно какая у меня система, какие я использую инструменты, потому что вот для того, чтобы помочь развиваться многим людям, большому количеству, одному человеку мне, да, ну вот нереально это все охватить. И с помощью наших крутых онлайн-инструментов, которые дает нам компания, это просто колоссальные крутые помощники, которые, благодаря которым мы можем двигаться намного быстрее и намного к более высоким результатам. И я вот очень много использую, я вообще много очень, хочу сказать, я много работаю, но для того, чтобы облегчать свою работу, я использую много инструментов, которые дает компания. И немножечко я вот сейчас, вот это моя система работы, да, самое важное, рекрутинг в системе, рекрутинг партнеров бренда. Дальше, когда мы пригласили, зарегистрировали человека, дальше важно его как новичка, да, он как наш маленький ребенок, важно включить новичка в работу и начать доводить его к результату. В мою работу входит также обучение команды, и так как наша команда большая, ну, обучение – это объемный процесс. И дальше сопровождение партнеров до результата и лидерская работа – это работа с лидерами. И вот это вот, чтобы это все охватить, нужны инструменты, которыми буду сегодня я делиться. Немножечко просто расскажу, я думаю, будет полезна вам такая вот, ну, конкретно мои, да, фишки, когда я думаю, вы тоже регистрируете людей на бизнес, и что же я делаю с людьми после регистрации. Самое важное я еще для себя приняла, это личное общение, индивидуальное сопровождение тоже важно, и когда я регистрирую человека, я стараюсь и перед регистрацией ему звонить, и после регистрации ему звонить. Дальше, второе, что это, ну, основное, важно познакомить человека с сутью бизнеса. У меня есть не одно видео, где я просто коротко стараюсь описать, изложить вот в видео, да, суть бизнеса, что мы предлагаем, какие перспективы, какие преимущества, какие конкретно действия человеку нужно будет делать, стараюсь как можно попроще доносить эту информацию. И вот в этом шаге, в этом этапе также знакомлюсь с командой. Так как у нас есть большая команда, но хочу сказать, у кого еще нету большой команды, это тоже вся команда начинается с вас, и у меня тоже она начиналась с одной меня, но каждый раз у меня первые было два партнера, и мы были втроем, это была наша уже команда, да. И когда приходят к нам новые партнеры, я знакомлюсь с командой, даже если
это два человека, знакомимся, да, и вот знакомство с командой, вот этом вот шаге у нас, это мы стараемся, где какие мероприятия, какие у нас тусовки, я знаю, и у вас банкеты крутые, вот только недавно у вас прошел крутой банкет директоров, и вот на таких мероприятиях мы записываем видео, мы стараемся в этом видео показать всех партнеров нашей команды, немножечко коротко описать их истории в этом вот коротком видео, и когда приходит новичок, я знакомлюсь с новичком, сама рассказала ему суть бизнеса, он окей, хорошо, но вы же знаете, что у каждого новичка еще есть куча тараканов, сомнений, возражений, и вот, вот это вот видео, наше видео, которое мы записываем с командой, мы даем новому человеку, и новый человек, смотря это видео, он видит там разных людей, возможно, не во мне он увидел еще пример, за которым хочется идти, а увидит в каком-то из наших лидеров. Поэтому вот это вот как заводим новичка, да, и важно познакомить с командой. Дальше, конечно же, активация номера заказом. Это, я думаю, у вас то же самое. После активационного заказа добавляем в командный чат в Вайбере. У нас сопровождение чата идут в Вайбере для того, чтобы человек тоже увидел, потому что в видео он видит нас много, люди разные, и в чате в командном мы тоже его добавляем, приветствуем, знакомимся и душевно, да, тепло приветствуем. Дальше уже у нас есть, дальше мы переходим уже к приглашениям, как приглашать новичка, да, чтобы новичок приглашал новичка. Это все у нас уже в Telegram, инструкции, там уже стараемся индивидуально с каждым. Дальше стараемся, опять же, встречаться в Zoom, вот это вот тоже очень классное такое вот онлайн-преимущество, да, что мы можем вот, как сейчас, да, в разных странах, много людей пришло, село в одной комнате, можем пообщаться, друг друга увидеть, вот это вот момент утепления. И дальше у нас тоже в команде очень много разных запусков школы, новичка, школа Инстаграм, марафоны, интенсивы, личный бренд, то есть это все мы периодически проводим для того, чтобы это было интересно. Если человек активный, начинает размещать заказы, начинает приглашать других людей, дальше есть уже чат ключевых партнеров, где мы уже более конкретно обсуждаем организационные вопросы. С ключевыми партнерами стараемся раз в неделю встречаться, в основном это в начале недели или в воскресенье вечерком, для того, чтобы обсудить план на новую неделю, что мы будем делать. Хочу сказать, что новички приходят, и не все сразу включаются в рекрутинг, и вот это вот нужно индивидуально, да, общаясь индивидуально с каждым, мы можем человека видеть, знать, понимать, на каком он этапе, и вот это включается в рекрутинг по-разному, но не ждать никого, да, потому что человек может в рекрутинг включаться и 2 года. То есть, если вы хотите расти, да, вот я включилась в активную работу через 2 года. И то есть, если я приглашу человека и буду ждать, пока он включится, а вдруг он тоже включится через 2 года, я буду 2 года на одном уровне сидеть, да. Поэтому наша цель, да, мы не ждем, мы даем информацию. И дальше идем в рекрутинг, приглашаем новых для того, чтобы помочь уже нашим партнерам с новыми людьми в команде. И тогда, когда под человеком уже идет какое-то движение, идет какой-то рост, он быстрее включается в работу. Да? Поэтому вот наша задача не ждать, а постоянно мы постоянно активно рекрутируем, активно выводим людей на новые звания, и поэтому наша команда растет и развивается. Это вот просто вот конкретный такой алгоритм, как работаем. Дальше вот это вот мой план начала каталога, да, то есть на этом активности, да, которые, в принципе, важно каждому лидеру, директору, менеджеру проводить, да, то есть самый ключевой созвон – это наша директорская планерка, это всегда по воскресеньям в 9:00, то есть когда каталог еще даже не открылся, каталог открывается в 11:15, мы с директорами, это ключевой состав, мы собираемся, уже разбираем какие-то новые моменты на новый каталог, и уже поговорили, и как раз запускается сайт в 11:15, сразу делаем свои личные
личные заказы. Свой личный всегда делаю в нулевой день, в 11:15, это просто закон. Делаю заказ, описываю, что заказала, кому заказала, скрины в чаты бросаю. И это все самое первое воскресенье. Дальше личный план на каталог пишу, конечно же, тоже в воскресенье в начале каталога. И потом у нас идет планерка общая для команды в понедельник 14:00, где мы тоже запускаем всю команду в все запуски, все акции, предложения. И такой уже информационный лист, где мы по информационному листу работаем, разбираем разные категории людей: спящие, уснувшие, новые рекруты, стартеры, Q-рекруты, это все разбираем по полочкам, как с ними работать, готовим вот на Zoom-планерках с ключевыми, готовим алгоритмы, как мы с той или иной категорией людей будем работать в этом каталоге, и каждую неделю встречаемся для того, чтобы обсудить, как отработали эту недельку и на что нужно обратить внимание на следующей неделе. Ну, это то, что именно по, ну, немножко по тому, как работаем, как запускаем каталог. Какие использую инструменты? Когда добавилось вот это вот приложение Reflame для бизнеса, вот наше, ну, это просто, ну, я не знаю, это волшебная вот та кнопка, волшебная программа, с помощью которой ваш бизнес как на ладони, очень удобно все отслеживать. Я в это приложение, ну, я вижу чат. Я вижу, ну просто тут пишут же на, я не умею на таком разговаривать, я отвечаю. Да, ну ладно, я просто, если вдруг будут вопросы, там вы нет вопросов пока. Да, вас приветствует. Если будут вопросы, да, тогда переводите. Просто кто сколько раз заходит в это приложение, ну, в это приложение? Я за день раз, ну не знаю, раз 15 захожу точно в это приложение. Я отслеживаю, там просто, я благодарю компанию за такие вот помощники, инструменты, потому что вот у меня есть маленький ребенок, сейчас ему 9 месяцев, и, ну, вот не всегда есть доступ к компьютеру, да, а в телефоне это приложение и мой бизнес есть всегда. Здесь видно все, и очень легко и круто отслеживать свой бизнес именно в этом приложении, и очень тоже нравится, что компания постоянно его усовершенствует и постоянно добавляет какие-то новые функции, ну, идет вперед в ногу со временем. Вот как его скачать, я думаю, у всех у вас тоже есть. Так, а я так и нажимаю все, вот. Вот. И какими функциями я работаю в этом приложении? Вот когда мы заходим внутрь, здесь видно каждого человека в команде, да, здесь есть активные, неактивные, видно баг, видно все процентные уровни, ну вот это вот самое главное, да, то есть вот тут есть баг, я вижу сколько баг, вижу сколько уже сделали людей заказы, сколько еще не сделали, и вот это вот неактивные, естественно, с ними работаем, уведомляем, да, что вот там заканчивается каталог, есть еще время там сделать заказ, да, потом вот когда заходим на три точечки, вот вторая, вот скрин, второй скрин, здесь у меня основные, то есть вот устань не замоглення, вот это вот тоже самый, ну, самое часто, что проверяю, это именно устань не замоглення. Можно посмотреть контакты персональной группы, то есть именно через это приложение, если у вас нету номера телефона, можно связаться через это приложение со своим партнером-консультантом, можно зарегистрировать человека через это приложение. Тоже тут можно посмотреть отчеты, информационный лист, все. И дальше вот информация про бизнес, это то, что больше, опять же, всего используем. Здесь видно, сколько новичков, и я учу своих партнеров работать с этим приложением, потому что вот, ну, так как регистрируем все равно, ну, вот есть у меня в команде партнеры, они тоже регистрируют, да, а если новичок, он тоже регистрирует. И вот я сама там зарегистрировала, например, 10 человек, но захожу в свое приложение, вижу 44 новичка в моей структуре, да, я захожу в этот вот раздел и смотрю, кто эти новички. Если, когда мы общаемся с ключевым партнером, да, мы же делимся, там, я зарегистрировала там
ну, там, Ирину Иванову, да, я знаю, чей это новичок. Если я вижу какую-то незнакомую фамилию в этом вот разделе, я сразу в ключевой чат спрашиваю, чей новичок, или могу просто посмотреть приглашающий спонсор, выяснить, чей новичок, какую информацию ему давали. Бывает такое, что через, именно через вот этот вот раздел я вижу, что появился новичок совершенно у того новичка, от которого еще не ожидаешь, да, а тот новичок, который... просто на эмоциях зарегистрировал человека, он ему не дал никакую информацию, еще не успел дать, он даже и не знает, как ее дать, да, но если я умею работать с этим приложением, я четко отслеживаю всех новичков в команде и... естественно, уже вижу, могу связаться с этим новичком, дать ему информацию. Дальше, консультанты в стартовой программе, да, то есть здесь тоже важно отслеживать, потому что если люди выпадают со стартовой программы, они теряют свои подарки, тоже очень, ну, будет обидно потом, да, поэтому в вот этом вот разделе отслеживаем, сколько осталось баллов, сколько осталось еще до первого, второго, третьего, четвертого шага. Дальше. Есть очень крутой раздел, это новые звания в группе, и даже вот когда я вижу новые звания в группе, я захожу, делаю скрин нового звания и сразу же поздравляю человека. Бывает такое, что вот, ну, так как, например, 1, 2, 3, 4 человека зарегистрировались, да, а нижний сделал, например, заказ на 150 баллов, что уже вышел на 3%, нижний, а над ним 3-4 человека вышло тоже на 3%. И вот это вот здесь показывается. И я этого человека, который это сделал, конечно же, поздравляю в чате, а тех людей, которые еще, может быть, включаются в работу, ну, еще не разобрались, что делать и как делать, да, этим людям иду в личку и пишу: смотри, под тобой уже классный партнер, смотри, у тебя уже 3%, ты можешь сейчас уже включиться и начать работать. И точно так 3%, 6%, 9%, человек, когда видит под ним результат, он уже начинает более серьезно на это все смотреть и начинает включаться. Поэтому дальше вот тоже можно юбилей в каталоге. Это очень круто, что можно отследить, ну, там, год человек уже в компании, да, там можно тоже. То есть вот это вот через вот эти разделы можно коммуницировать с людьми. У нас важно, люди разные, да, на людей по-разному влияет какие-то, ну, информация какая-то, да, и вот это вот, когда мы человека замечаем, да, вот день рождения просто вот, ну, это самое элементарное, для человека это так приятно, и вот по этому приложению можно начать с каталог выписать дни рождения и каждого своего новичка, консультанта, партнера, потребителя поздравить с днем рождения. Это будет настолько приятно человеку. Мы и картинки делаем, и в чате поздравляем, и человек вроде бы как новичок, он уже его поздравили, вся команда поздравила с днем рождения, и это уже идет утепление, да, и нам же не только важно, ну, с человеком работать, мы с человеком и дружим, и утепляемся, и поэтому на вот эти все моменты мы обращаем внимание. Дальше идут неактивные один каталог. Это те люди, на которых тоже важно в самую первую очередь обращать внимание, потому что это те люди, которые в прошлом каталоге делали заказ, а в этом еще не сделали. Они в прошлом каталоге делали заказ, у них есть каталог на руках. Я думаю, вы согласитесь с тем, что когда есть каталог на руках, то человеку проще, быстрее и легче сделать заказ, да? И если мы упустим этот момент, да, что у человека каталог так и пролежит где-то в тумбочке, и никому он его не покажет, то на следующий каталог он, не размещая заказ, не получает новый каталог. И, естественно, уже мы теряем активность в баллах, в людях, поэтому вот эта вот категория тоже... Ирина, прошу прощения, у нас немножко в чате есть обсуждение по поводу перевода. Можно я быстро объявлю на узбекском языке, чтобы они выбрали глобус? Да. Хурматли хамкорлар, хозер... Hozir bizni perevodimizni eshitilmayotgan hamkorlarga murojaat qilyapmiz. Pastda globusda rasm bor. Globusni bosganingizdan so'ng o'zbekskiy degan chiqadi yozuv, ya'ni o'zbekcha chiqadi. O'zbekchani tanlasangiz, siz mani o'zbek tilida eshitishingiz mumkin.
Kim rus tilida eshitadigan bo'lsa, mana shu kanalda qolishi mumkin. Hammaga rahmat. Спасибо, Ирин. Я продолжаю, да? Да, поэтому обращаем внимание на неактивных один каталог, и дальше ниже есть неактивные два каталога, три каталога, спящие. Это тоже все моменты, и тут мы можем найти инфоповод для того, чтобы обратиться к своим людям. Так, и дальше. Вот, когда я смотрю «Останние замолвания», «Последние заказы», я вот каждый раз 10 захожу и смотрю «Последние заказы». Вот очень удобно. Это вот смотрите, если бы я, например, стояла в магазине и продаю, да, то есть я своих клиентов вижу, а так как у нас вот люди заказы делают с разных городов и так дальше, да, ну, то есть я не всегда это могу отследить, но с помощью этого приложения как раз. И вот захожу, вижу, да, там человек сделал заказ, нажимаю на него, смотрю, какой у него уровень, сколько ему там не хватает до 150 или до 100, или до стартовой программы, да, вот смотрю, Карпач Евгения сделала заказ, смотрю, она вышла уже на уровень 9%. Захожу в прошлый каталог, а ее уровень был всего лишь 260 баллов, был всего лишь 3%. И за каталог она сделала 2 уровня. Я ей пишу, так и так, Женя, ты уже покорила в этом каталоге 2 уровня, у тебя классные девчонки, классный товарооборот уже. Сразу захожу уже в чат и поздравляю в чате человека. Поздравляю человека через собачку, для того, чтобы в Вайбере у человека высветилось уведомление, что, я к нему обратилась, и он заходит в чат и читает информацию, а эта информация про него. И, конечно же, потом остальные участники команды присоединяются, поздравляют, и человеку приятно, и, как вы видите, да, человек сделал в прошлом 22 балла, а в этом сделал 233 балла, да, и вот, естественно, вот здесь я уже могу просчитать и увидеть, какую человек получит зарплату. Если чего-то не хватает там до 150, обязательно человеку говорю, то есть тут я вижу его реальную историю, да, сколько активных партнеров в команде, я ему могу об этом сказать, сколько он получит зарплаты, какой у него уровень, какой у него групповой товарооборот и его команды. И вот это я использую очень регулярно. Дальше. В чате поздравляем. Если это новичка, мы в чате поздравляем человека с первым заказом. И обязательно делаем скрин с приложения. То есть вот на первом скрине видно 13 баллов и баллы персональной группы 13. А на втором скрине уже видно, девушка поставила фотографию. Я даже на такие мелочи обращаю внимание, да, ну потому что уже если человек зашел в приложение, уже поставил фотографию. Разобрался с этим приложением, да, и когда Hurmatli hamkorlar, hozir eshitilyaptimi o'zbek tili? Не разобрались с приложением, они видят, ух ты ж, какая-то фотография, какой-то человек, да, и начинают спрашивать, что за приложение. Eshitilyapti, juda yaxshi. Va nihoyat. Xo'p, davom etamiz. Итак, hurmatli hamkorlar, hozir biznes ilovasi to'g'risida ma'lumotlar berildi. Boshida qisqacha aytib o'taman, tarjima bo'lmaganligi hisobiga. Xo'p, bizda hozir aytib o'tilgan narsa bu yangi biznes ilovada yangiliklar, ya'ni bizda filtrni tanlab, u yerda barcha hamkorlarni 1 2 3 katalogni faolliklarini topib, ularga katalog jo'natish, yangi shu medallarni olish uchun undan tashqari biz ular bilan bog'lanib, ularga WhatsApp, hozircha WhatsApp, O'zbekiston uchun keyin Telegram bo'ladi. Hozircha WhatsApp, SMS, pochta va telefon orqali ular bilan bog'lanishimiz mumkin va undan tashqari hozir mana o'tgan katalogda qanday bo'lgan natijalar va bu katalog qanday bo'lgan taqqoslash bo'ladi. Ya'ni biznes ilova bu kompyuter va telefon orqali kichik sizga qulay bo'lgan telefon mobilni ilova hisoblanadi. Mana misol uchun hozir davom etamiz. Irina aytibdilar, siz agar misol uchun qandaydir odamingizga, hamkoringizga KVP bo'ladimi yoki bir chuqurizda odam bo'ladimi, novichok bo'ladimi, ularni ballarini nazorat qilaman desangiz, siz mana shunday ularni profillarga kirishingiz mumkin biznes ilova orqali va ularga ma'lumot jo'natishingiz mumkin. Qancha ball qoldi, qancha foiz chiqdi, dasturlarni asosida qanaqa ishtirok etdilar, kyu rekordlarim bormi yo'q, mana shu narsani ko'rsangiz bo'ladi.
Hozir esa bu sayt to'g'risida ma'lumot ketyapti, ya'ni biznesimizda bizda juda katta vaqt struktura, ya'ni bizning strukturamiz degan hisobimiz bor va mana shu hisobotimizda biz juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin odamlarni qanaqa foizlariga chiqqanlarini va qanaqa ballariga erishganini. Ya'ni infolistda bu har bir odamda alohida bo'ladi, a bu yerda har bir заказы. И вот мы заходим... Харбородам из структуры больше поршень. Битта регономер террасти, уж это одна валяриса структура больше. Қандай ма'lumotlar бор, қандай дәрежеге чыққанда ва қандай хамкорларны өсішіні көршіңіз мүмкін. Мысалы үшін, сіз 247 балл етмей апты қайсыр хамкорызге 15%-ге чықшу үшін, 3000 балл қылыш үшін деп реже қоймақшысыз. Ва мана шу 247 баллы етмей өткен балларызы көрішіңіз мүмкін. Яни шу адамызге малымал берішіңіз мүмкін. 247 балл етмей апты сізге. Чүнкі сізді мана шу рожаныш 15%-ге обармейді деп, мана шу қысабат арқалы көрішіңіз мүмкін. Yoki filtr boshqacha sozlashingiz mumkin, nastroyka qilishingiz mumkin. Ya'ni qanday kimga 150 ball yetmayapti, kimga 100 ball yetmayapti darajasiga yetishi uchun. To есть kimga qancha ozgina yetmayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana shu biznes siloda emas, именно ariflame.uz saytiga kirsangiz, ariflame.uz saytiga kirib, mening strukturam hisobotiga kirsangiz. Ва мана шу 247 балл хар бир одамга етмейди эмас, битта одамга эшитил, битта одамга етмейди. Бу дегани 247 кайсыдыр хамкорыңызга 47 балл етмейди, кайсыдыр хамкорыңызга 50 балл етмейди, кайсыдыр хамкорыңызга 100 балл етмейди. Мана шу хар бир фоиз дараже сизге битта хисобот кылып чыгады. То есть мисал үчүн мана Шухрат, Назима, Башахноз деген адамларыңыз бар. 247 балл тепеде етмейді, деген хар біріге азгина-азгина дәрежесі етмейді. Мәне шу нәрсаны, албатта сіз азгина-азгина езілген болады. Қанчасы, кімге қанчы етмейді кәнеді. Мәне шу хар біріні сіз кеген қысоплап, жұмлап, кеген ұжы көршіңіз мүмкін, кімге қанчы етмейді кәнеді. Он не выйдет ни на 12 и не получит свою объемку. А я понимаю, что до 12 всего лишь 90 баллов. Ва мана ҳозир айтганларидики, қайтарилади то, что ваша структура, яъни сизнинг структурангиз, тизимингиз деган ҳисобот бор, Ariflame.uz сайтида шахси кабинетингизда ва мана шу ҳисоботни асосида сиз кўришингиз мумкин. Ким қанча фоизга чиқиш учун неча балл етмаяпти? Qaysi tur 9% ҳамкориз 12% ga chiqish uchun 1750 ball bo'lib qolgan. Mana shu 50 ballni ko'rsatadi sistema. Mana shu narsani ham sizga hozir tushuntirib, va hamkor o'tirib, chunki Ukrainada bu narsa juda ham ko'p nazorat qilinadi. Va albatta mana shu 50 ballni topish uchun boshlang'ich dasturni taklif qilishingiz mumkin. Rekruting dasturlari, boshqa dasturlar, aksiyani taklif qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib aksiyani ishlatishimiz oldin biz bilishimiz kerak. Nima bizga kerak? Ya'ni qaysi ball kerak, necha ball kerak, kimga kerak bu ball? Qaysi strukturaga tashlashimiz kerak? Mening strukturam, ya'ni vasha struktura degan hisobotda mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Как выходить и выводить людей на новые уровни. Янги, дарежаги, одамлар чыгарыш үчүн мына бир фишкаларды көрсөтөдүлөр хозир. 3% бу онсон 150 балл өзүнө каласыз. 6%-ге чыгышыңыз үчүн 2 адамга сиз 3%-ге чыгышка жардам беришиңиз керек. Ундан кийин каталогда эсе 9%-ге чыгама десеңиз, сизди 2 odamlaringiz ular ham 2 odam tanlash kerak. To'g'ri, Irina aytayotganlardagi 2-2 sistemada ishlasangiz, sizda hamma foiz darajasida o'sadi. Va albatta har bir odamlaringiz bilan siz ishlayotgan darajada agar постоянная активность. Чтобы выйти на 12% вам нужно вашим двум людям помочь выйти на 9%. Чтобы выйти на 9%, значит, и их партнерам нужно выйти на 6%, тем на 3%. Вот, вы выводите двух своих на 9%. На 15% вы можете вывести или двух своих на 2 человека на 12%, или 3 человека на 9%. Так, дальше. По поводу активности. Чтобы, ну, не только вы, потому что это тоже, опять же,
эта работа делается вся с ключевыми партнерами. То есть если даже у вас есть один ключевой партнер, два ключевых партнера, это уже команда, да, и вы вот с этими партнерами вместе работаете. Эти партнеры всегда на связи. Ну, у нас, ну, как бы в командах большинство потребителей, и они на работах, в семьях, они, возможно, где-то заняты, где-то не следят за нашими приложениями, за нашими предложениями, за нашими акциями, да. Наша задача — пойти к ним в личку, набрать, сповестить, сообщением и так дальше, да. И вот это с этими ключевыми, двумя, тремя, пятью, сколько у вас есть, важно знать, что творится в команде. Да? Баллы ниоткуда не появляются, нужно понимать. И в начале каталога мы планируем какой-то объем, да, и мы смотрим структуру и смотрим, где в этой структуре можно найти такой объем баллов. И, а так как это потребители, если с ними не общаться, к ним не пойти в структуру, к ним не пойти в личку и не сказать, что ты за выгоду получишь, разместив заказ в этом каталоге на ту или иную сумму или на ту или иное количество баллов, то человек не сделает заказ, и вы, естественно, не получите ту активность. Поэтому важно работать с потребителями. Пока человек еще не включился в рекрутинг, он может и не включиться в рекрутинг никогда, но потребителем он может... juda ham muhim, chunki mana rekruting jarayonini boshqarayotganimizda biz juda ham ko'p o'ylaymiz. Mana shu odam agar qo'shilmasa kompaniyaga, agar rekruting qilmasa, demak bu odam bizga kerak emas deb xato qaror qilamiz. Albatta biz aqlli xaridor degan narsani bilamiz. Aqlli xaridorlarni biz taklif qilamiz, ular ishlaydi, o'zi uchun sotib oladi, tanishlari uchun, misol uchun, yaqinlari uchun, oilalarining a'zolari uchun mana shu mahsulotlarni taklif qilishadi. Undan keyin o'zining vaqt soati keladi. Ular albatta rekruting jarayoni va albatta biz biznes ilovani ishlatib biznes ilova orqali ham xaridorlarni topishimiz mumkin. Bu qanday odamlar bo'ladi? Albatta 50 bonus ballgacha ballarni urayotgan, ya'ni 47, 48, 30 ball urishi mumkin. Boshqa dasturga kirishi mumkin yoki rekruting dasturida ishtirok etishi mumkin sizga Q-rekrut sifatida. Va mana shunaqa odamlarni filtr orqali topib, ularni biz taklif qilishimiz mumkin. Заказы, а это и ваши доходы, и ваши подарки по рекрутинговому. Бу сизни, одамларингиз, хар бир одамларингиз бу керак одам. Келеси замонда улар рекрут хам бола олади. Яъни ҳозир агар қилли харидор бўлса, сабр қилиб, уларни биз таклиф қилиб ишлашимиз керак улар билан. Кейин эса албатта улар Q-rekrut бўлиб сизни бир тур-кератор дастурига, бошқа машқа дастурига ўхшаган дастурларда сизга ёрдам беришади улар. Har bir aksiyalaringizni imkon qadar menejerlaringiz bilan birgalikda boshqaring. Menejerlaringiz bilan birgalikda kiriting. Ya'ni misol uchun qandaydir kompaniya aksiya bergan bo'lsa, siz bir o'zingiz kommunikatsiya qilmang. Chunki bitta quyon, ikkita quyonni bitta ovga chiqib o'ldirishingiz mumkin. Nima qilishingiz kerak? Bu uchun siz menejerlaringizni olib, KBBlaringizni olib, ular bilan birgalikda dasturlarni taklif qilishingiz mumkin. Va albatta ko'rishingiz mumkin. Qaysi odamlaringiz 100 balldan 150 balldan qotgan, ular bilan ko'proq ishlashingiz mumkin. U sizlarning kelajak KBP'laringiz bo'lishi mumkin. Chunki ular уже aqlli xaridor emas, ular faqat taklif qotgan odamlar emas, ular shaxsiy o'zini tovar oborotni qotgan odamlarga kiradi. Misol uchun agar wellness mahsuloti yaxshi ketayotgan bo'lsa, bizlarni davlatda wellness bilan qilishingiz mumkin. Chunki bu katta ballik mahsulot hisoblanadi. Bitta wellnessni olib, siz misol uchun Q-rekrutingizni ballni yopishingiz mumkin. Misol uchun wellnessga ham aksiyalar juda ham ko'p qilsa bo'ladi, o'zingizning ichki aksiyalar bo'lishi mumkin. Wellness asosida 3 ta mahsulot qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, 2-chi mahsulot, 2 ta mahsulot qolganlardan so'ng, 3-chisi misol uchun sovg'aga beriladi. Написать свой отзыв, почему ты это заказал, да? И вот вы видите. Albatta, misol uchun wellness aksiyalarni o'tkazganingizdan so'ng odzif yig'asiz, ya'ni sharhlarni yig'asiz, kommentariyalarni nimaga wellness tanladingiz? Как бы bitta tarix, istoriya qilishingiz kerak. Kim nima uchun shu wellness olyapti? Shunda odziflarni sharhlarni yig'ganingizda siz birinchidan o'zingizga tovar oborot yaratasiz va odamlarga
ma'lumot berasiz. Ya'ni kichik bir mahsulotni balni rasmiylashtirgan jarayonning ichida siz yana odamlarga ma'lumot beryapsiz wellness to'g'risida. Chunki har bir, mana masalan, qaysi mahsulot sotib olganingizdan keyin uni prosta mahsulotni xarid qilib iste'mol qilsangiz, lekin sharh bermasangiz, buning effekti bitta. Lekin iste'mol qilib sharh mahsulot sotib olib iste'mol qilib va uni ozgina baham ko'rsangiz, ma'lumot bersangiz, bu boshqacha katta effekt beradi. Он начинает разбираться, что это такое, да, и к тому... Wellness to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar bor, men wellness to'g'risida 24/7 ga gapirishim mumkin, 24 soat sutkaga gapirishim mumkin, chunki wellness aksiyalari juda ko'p. Sizga ham mana bitta slaydda ko'rsatmoqchimiz, to'g'ri, что juda ko'p sayohatlar, juda ko'p aksiyalar mana shu wellness mahsulot yoki navich mahsulot orqali yopilishi mumkin. Wellness ham siz ilovada ko'rishingiz mumkin, ya'ni wellness mahsulotini tanlashingiz mumkin, wellness yoki navich kim sotib olyapti. Mana shu ilova orqali ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Irina aytayotgan narsalarni siz biznes ilovada ko'rishingiz mumkin, wellness ayni kim sotayotganini, wellnessdan balni ko'pda ballarni qo'yotgan qaysi tizimimiz faqat wellness bilan yoki navich bilan ishlayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Va mana shu chat ayni wellness kitdagi ishlash chatini yaratishimiz mumkin. Ya'ni wellness va navich bu bizani katta ballik bo'lsa-ka balni Irina aytayotganlardagi ball hisoblanadi, mahsulot hisoblanadi. Va mana shu mahsulotni biz chat alohida bo'lish kerak. Chat bo'lsa, chatni chatga mahsulotlarni ma'lumotini berib, qo'shib biz juda ham ko'p odamlarni sonini wellness hamjamiyatini yaratishimiz mumkin. Bizning vazifamiz bu ma'lumot berish, ozgina o'zbek tilida eshitilmayotgan bo'lsa, iltimos chatda yozing. Juda ko'p chatda yozishyapti, o'zbek tilida eshitilmayapti. 50 баллов и получишь подарок. А мы сделали акцию. Сделай 50 баллов. В заказ положи что-то с wellness'а и напиши свой отзыв про wellness. И вот, пожалуйста. Мана мисол учун, Ирина кайтаротли, то, что wellness mahsulotini nafaqat odamlar xarid qilsin va iste'mol qilgandan keyin, sotib olgandan keyin, iste'mol qilingandan keyin, misol uchun ular jim bo'lishmasin. Mana chatda ko'rsatayotgan, slaydda ko'rsatayotganlardagi chatda yozishsin. Nima qilishdi? Qanday iste'mol etishdi, qanday effekt bo'ldi, nima yoqdi, nima yoqmadi, kamchilik, ko'pchiliklarini hammasini yozish kerak. Shunda siz wellness'ni bir katta hamjamiyatini yaratasiz. Bu sizning kichkina, kichik bir tizimingizdir. Mana shu o'tzivlarni, ya'ni sharhlarni o'zbekchaga tarjima qilgan kommentariyalarni biz hamma yoqqa yuklashimiz kerak va chatda baham ko'rishimiz kerak. Yoki navich bo'yicha aksiyalar bo'lsa, aromatida bo'lsa, yoki boshqa qandaydir mahsulot to'g'risida bo'lsa, shuni ayni siz ishlatgan fikringizni, taassurotingizni yozishingiz kerak chatda. Bu narsalar odamga hech qachon zeriktirmaydi. Odamga yangi bir taassurot beradi, fikr beradi. Shunda ular qo'shilib, chatingizga qo'shilib, mana shu mahsulotni xarid qilishadi. Va mana Irinani bitta shaxsiy o'zlarini rekomendatsiyalari, shaxsiy fikrlari, nimalari, tavsiyalarini beryaptilar. Siz sistemani asosida ishlang. Albatta, prioritet bu biznes bo'lish kerak. Ya'ni hammamiz biz mahsulotni sevamiz, lekin faqat odamlarni sotadigan odamlarni topmang. Imkon qadar biznesga keladigan hamkorlarni taklif qiling. Va siz biznesga taklif qilayotganingizda qanchalik odam sifatli biznes hamkoringiz bo'lishini xohlasangiz, shunchalik siz ularni biznesga ko'proq jalb qilishingiz kerak. Biznes, ya'ni ularni bir katta bir biznes hamjamiyat bilan qoplashingiz kerak. Oldida faqat biznes bo'lishi kerak. Kompaniyaning imkoniyatlari, kompaniyaning aksiyalari va dasturlari. Va sizning biznesingiz
faqat shu oilangizga kerak bo'lgan narsalardan tashqari xarid qilasiz, biznesingiz bo'lsa, siz boshqa odamlarning ham hayotini o'zgartirishingiz mumkin. Chunki baribir bizga biznes nima uchun kerak? Men o'ylashim bo'yicha ariflarimiz barchamiz oilalikmiz. Mana oilamizni baxtini yaratishimiz uchun, bolalarimizni baxtini yaratishimiz uchun, o'zimizni hayotimizni sifatini o'zgartirishimiz uchun biz biznesga taklif qilishimiz kerak. Va bu uchun kompaniya juda ham ko'p aksiyalar va bugungi mavzuimizga tegishli bo'lgan biznes ilovalari yaratgan. Har bir odamga individual, ya'ni yagona podxod qilish kerak, yagona odamlarga yo'l topish kerak, ular bilan qanaqa ishlash. Va mana Irina aytayotganlardiki, kompaniyaga odamlar odamning orqasidan keladi va odamning orqasidan ketishi mumkin. Shuning uchun hamma narsa bizga bog'liq, kompaniyaning dasturlariga yoki aksiyalarga emas, biz qanday ularni taklif qilamiz va biz o'zimiz shaxsan qanday shaxsmiz, qanday odammiz, bizga bog'liq qanaqa odamlar keladi bu kompaniyaga. Mana o'zlarini pastda mana tepadagi qismini yakunladik, pastdagi qismlarni tushuntirib beryaptilar. Nimaga odamlar kompaniyadan ketib qoladi? Chunki biz bormiz, biz odamlarni taklif qilganimizdan keyin ular maqsadiga erishmaydi, mana kres qilingan, chizib qo'yilgan, sababi ular qiyinchiliklarga uchrashadi. Va qiyinchiliklarga urushgan paytida biz yonida bo'lib ularga chotki plan qilib bermasak, aniq plan qilib bermasak, ular qaytib qolishi mumkin kompaniyadan, boshqa kompaniyaga ketishi mumkin. Agar sizning maqsadlaringiz katta bo'lsa, sizning qiyinchiliklaringiz kichkina bo'lsa, hech qachon siz nimangizga o'zingizni maqsadlaringizga erisha olmaysiz. Sizning qiyinchiliklaringiz kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni qiyinchiliklaringiz qancha kichkina bo'lsa, maqsadlaringiz katta bo'lsa, ya'ni maqsadlaringiz juda ham katta bo'lsa, maqsadlaringiz shu qiyinchiliklarni bosadi. Agar siz odamlaringizni nechta odam taklif qilmoqchisiz, misol uchun 100 ta odam taklif qilaman desangiz, bitta odam ketib qolsa sezmaysiz. Lekin 5 ta odam taklif qilmoqchiman deb o'zingiz kichkina 5 ta reja qo'yib, bitta odamingiz ketib qolsa, bu 5 dan bu bir qismi. То есть 5 dan bir qismi bu bir 20% odamingiz. Shuning uchun ko'proq odamlarni taklif qilishga reja qilingdi. Shunda kamroq odamlaringiz kelsa, kamroq odamlaringiz ketib qolsa kelib, siz katta bir yutqizgan joyingiz bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq maqsadlaringiz katta bo'lishi kerak. Rasmda ko'rayotgan bo'lsangiz, maqsadlaringiz kichkina. Shuning uchun maqsadlaringiz katta bo'lsa, qiyinchiliklaringiz esa kichkina bo'lsin. Будьте настойчивы. И встретимся с вами. Ирина tugatdi va o'zlarini mana komandalarni ko'rayotdilar. Mana shu komandalarga ham siz erishingiz mumkin. Dubayda, Los-Anjelesda uchrashishimiz mumkin va hamma konferensiyalarda ishtirok etishimiz mumkin. Aniq biladilar, oltin direktor komandadan va yuqoridagi komandalar bilan uchrashishlari mumkin. Savollaringiz bo'lsa, iltimos bering. Ирина, спасибо большое. Было очень приятно вас переводить. Вы говорили очень классно. Я всех попросил написать свое впечатление, что они думают, какие у них есть вопросы. Наверное, немножко подождем, да? Да, мне может можно выключить презентацию или пускай лучше будет презентация? Пусть стоит, потому что всех мотивирует ваша команда, ваш Dream Team. Да. Какие результаты вообще в Узбекистане? На данный момент есть новые звания, какие большие звания? У нас сейчас самое высокое звание – это закрытые сапфировые исполнительные директора, семейная пара, топ-2. Вот. И есть потенциалы, эта же семейная пара открыла президента, вот, и, возможно, закроет. То есть у нас в Средней Азии, возможно, будет президент. Сейчас просто это звание нужно восстановить, потому что у нас из-за пандемии немножко было падение. Классно. Вот. Я помню, знаю, что Узбекистан развивается. Очень круто. А какое население у вас? Сколько населения людей? У нас 38 миллионов людей. Да, и вы же недавно только открыл рынок. Да, 2 года в 2019 году. Вот в августе было 2 года. Вот. Классно. Кстати, у вас так онлайн развито, да?
Онлайн не так развито. Онлайн не так развито, потому что люди привыкли работать офлайн, и у нас как бы, ну, в технологическом плане развитие сейчас вот уже прям вот последние два года, последние полтора года сильно началось. То есть покрытие интернета, качество интернета вот сейчас только-только улучшилось, и люди уже активно пользуются онлайн. Поэтому вот у нас таких тренингов много сейчас в последнее время, как работать онлайн, бизнес-приложение, вот как вы раскрыли тему, прям классно. Я думаю, что очень... Ну, у вас, конечно, потенциал сейчас будет взрыв. Ну, если люди сейчас, ну, достаточно, мне кажется, достаточно немного людей даже, да, которые разберутся в онлайне, и они начнут доносить эту информацию всем остальным лидерам. Да. Ну, это очень круто. Ну, это не тронут рынок онлайна, то есть это будет у вас взрыв. Да, мы сделаем это. Так, в чате у нас благодарность, на узбекском языке тоже была благодарность, там с переводом были просто у нас небольшой период сложности, то есть обсуждение только про это было. Вот, к вам вопросов здесь пока я не вижу. В основном все вам аплодисменты. Ну, спасибо. Вот. Тогда, Ирин, если... Я вижу, что у нас вопросов пока нет. Вот. Если вопросы будут, я, наверное, к вам в личку постучусь, спрошу, какие, если будут специфические вопросы. Вы просто очень просто объяснили, у вас слайды настолько просто были, я тоже просто переводил, и у людей, мне кажется, понятие максимально. Тем более у нас сейчас идет запись, люди еще пересмотрят ее несколько раз, и, наверное, если будут вопросы, я обязательно вам напишу. Да, я вижу, даже на русском языке тоже есть. Да. Спасибо, да. Тоже. За этот мой новый опыт, я все люблю новое. Это очень интересно было. Тогда что? Инна, тоже благодарю за приглашение. Да. Просто вам. Спасибо большое, Ирина, за ваше время. Спасибо нашим участникам, которые были активными. Ну, вопросов не было. Я так понял, что у нас... Мы пользуемся приложением бизнес, и люди знают просто... Вот вы немножко про тему фильтров и как искать новичков, как искать тех, кто приглашает. Мы немножко эту тему больше раскрыли. Людям было интересно. Поэтому спасибо вам большое. Ждем вас в Узбекистане. Приезжайте. Офлайн тоже, может быть... Легко. Вы приглашайте, мы приедем. Да. Хорошего вам вечера, роста. Все, спасибо. До новых встреч. И вам. Все, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.